Всем привет! Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. Сегодня будем делать диванчик из коробки. Берем подходящую нам коробку. Я очень люблю делать мебель из разных коробок, и у нас уже много мастер-классов на диваны, на кроватки. Посмотрите плейлист «Мебель для кукол». Давайте с вами сделаем выкройку этого дивана, и сейчас я вам буду показывать. Берем куклу и сажаем ее, проверяем, как ей будет удобно сидеть. Высота коробки у меня 5 сантиметров. В идеале, если ваша высота коробки будет 6 сантиметров. Далее, здесь нам нужно где-то глубину дивана 7 сантиметров. Поэтому, что мы делаем? Мы вот так отмеряем везде 7 сантиметров. И вторую полоску 9 сантиметров. Для удобства я вложила коробку в коробку, чтобы удобнее было чертить все линии. Теперь смотрим, что мы делаем дальше. Теперь нам надо отрезать по линии, где 9 сантиметров, но не полностью. Только вот эту сторону отрезать, эту и эту. Три стороны нам надо аккуратно отрезать. Эту сторону оставляем целую. После обрезки у меня получилась вот такая выкройка. Я здесь загнула, где было 9 сантиметров, чтобы у меня было 7. Это будем приклеивать. А это у нас спинка у дивана. Вот так она будет. Немножко я ошиблась, сделала разные полоски. Мне не нравится спинка, она не очень прочная. Основание нормальное, поэтому спинку мы укрепим. Возьмем толстый картон, вырежем размер спинки и будем сейчас диван оформлять. Сначала я его обклею синтепоном, чтобы он был мягкий, а затем будем обтягивать тканью. Показываю, что у меня получилось. Я обклеила синтепоном и смотрим. Заготовку я тоже обклеила синтепоном. Она будет здесь, чтобы диван был немного объемнее. И сейчас будем обтягивать тканью. Это будем обтягивать тканью отдельно. И тоже здесь. Вот так брать, обтягивать тканью и приклеивать. Чтобы диванчик был твердый, я внутрь положу обрезки салфеток. Еще я приклеила полоску синтепона на спинку нашего дивана. И далее нам нужно бока, оформить бока у дивана. Сначала вот так приклеиваем с обеих сторон, а теперь вот так уголочки приклеиваем. И будут вот такие у нас краешки. Также мы приклеим сюда, где синтепон, кусочек ткани сейчас приклеиваем. Thank you.
задняя спинка у дивана, которой мы будем укреплять его. Посмотрите, как я конвертиком сделала бок, заклеила у диванчика. Здесь мы оставляли лишнюю ткань, чтобы ее заправить всю внутрь. И сейчас аккуратно вот так все заклеим и приклеим вот эту спинку. Диван для куклы готов. Посмотрите, как она удобно сидит на нем. Возможно, я сейчас вот таким кружевом еще немного украшу этот диван и покажу.